повестка, и она определена Центральным комитетом партии. Последний Ямаловский пленум наглядно показал, что выступления, которые были в январе, они носили характер в большей степени не поддержки личности Навального и его разоблачения, а недовольства самой системы власти. И я думаю, что здесь нужно разделять эти два понятия, потому что поддержка личности и поддержка того, что он продвигает, какую повестку он ведет, и того, какова ситуация в стране. Давайте согласимся, что ситуация в стране крайне тяжелая. Мы уже фактически дошли до черты, когда распад и разрыв в нашей России вполне возможен. И это как не хочет все западные политики, которые И вопрос к Сергею Анатольевичу. У меня еще, вот скажите, Сергей Анатольевич, уже могли бы вы поделиться планами, а намерены ли вы переизбираться в Государственную Думу? Да, спасибо. Дорогие друзья, у нас действительно был вопрос обсуждался на пленуме, достаточно благожелательно, но я хотел бы сказать, что у нас практика, основанная на уставе партии, такова, что кандидатов в депутаты Государственной Думы утверждает съезд партии при активном участии Центрального комитета, соответственно, кандидатов в депутаты областной думы утверждаются на уровне областной партийной организации и так далее. Я буду благодарен товарищам в случае поддержки. Я вижу эту поддержку, благодарен и Андрею Ивановичу, и нашим молодым активистам комсомолу Сергею Ивановичу за поддержку, потому что моя деятельность как депутата Государственной Думы, как председателя одного из профильных комитетов Государственной Думы, направлена на реализацию прежде всего, интересов партии. Это касается всего. От поддержки национальной промышленности. Да? Это касается вопросов защиты прав человека. Я, как вы знаете, немало сделал для принятия соответствующего законодательства. Впервые в истории нашей страны. От поддержки гражданского общества, молодежных организаций, социально-ориентированных организаций, патриотических, ветеранских организаций. Это касается и укрепления наших духовно-нравственных основ нашего общества. Семьи, прежде всего, воспитания детей, защиты нашей традиционной морали от западного глобализма. И поэтому я считаю, что партия наша отличается от всех не только своей органичностью, системностью своей работы, но и тем, что она всегда находится в режиме высочайшей мобилизации. Нам не нужно полгода для того, чтобы подготовиться к выборам, опять собрать активистов, там, да, создать клубы какие-нибудь. Мы всегда готовы. И поэтому одна из задач, которую мы ставим, и которую так очень аккуратно заявил наш коллега, да, да, молодой второй секретарь НИС, он направлен на то, чтобы установить жесточайший контроль за итогами выборов, потому что в легитимности выборов заинтересованы все, прежде всего власти, но, к сожалению, всегда есть искушение
регулировать в этой сфере. Задача в этом году, в том числе выборная, обеспечить внутреннюю моральную легитимность власти в глазах народа, прежде всего активной части, которая будет голосовать. В этом и главная задача. И согласитесь, компартия, ну все, в том числе депутаты, которые здесь присутствуют, делают для этого максимально возможно. Вот. А готовность участвовать в любых выборах мы готовы всегда. Нас не нужно там говорить, собираться, собрались, поехали. Как спросили Каландай, когда он собирался на Генуэзскую конференцию, готова ли наша делегация советская к этой конференции, он сказал, были бы готовы фраки, а мы готовы всегда. Примерно так, да, Сергей? Спасибо.